подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный! И я, Болтунка Веселушка, очень хочу во что-нибудь поиграть! Ну, конечно, моих самых любимых птичек! Злых птичек! Вы со мной? Тогда поехали! И тем более я кое-что заработала! Полено заработала! Это интересно! Я смогу его сегодня использовать или мне нужно еще штук 30? Ну ладно, друзья, давайте, может быть, куда-нибудь сходим, повоюем с Ливанса. Так, посмотрим, что у нас здесь не собранное. Может быть, я что-то забыла собрать? Вроде бы ничего. А то мои подписчики любимые всегда мне пишут: Болтушка, ты чего-то не взяла, ты чего-то не взяла вот здесь. О, смотрите, я здесь могу пособирать полезности. Ого, как я долго в игре не была. Они просто отсюда вываливаются и вываливаются. Так, это сундучки, но, к сожалению, они мне недоступны. Так, где еще мои полезности? Может быть, здесь? Да, здесь полезности были, но их давным-давно продали, распродали. Больше не вижу. Может быть, здесь? Нет, здесь тоже нету. Эй, куда вы пошли? Я вас сюда не приглашала. Я хотела только всего хорошего насобирать. Может, отсюда? Нет, к сожалению, и отсюда не могу. Да что ж такое? Ладно, птички, бегите сюда. Вам предстоит просто суперское сражение с пиратами. Только этого мне не хватало. Я даже не помню, что у меня там в арсенале осталось. Ну ладно, я, конечно, попробую. Не знаю, что из этого получится. С каждым разом играть все сложнее и сложнее. Ну что ж, птички мои, не подведите меня. Так, с кого бы тут начать? Может быть, всех вырубить за раз? Вот так вот, отлично, это был хороший удар. Теперь, даже не знаю, что делать. Ладно, с этим будем справляться и уничтожим его полностью. Отлично. Так, только теперь все по очереди и все нападают. Их слишком много, а вот этот бить будет сильно. Ну и ладно, что отравил меня, я тебя тоже могу. И вот так могу, и даже вот так могу. Ха-ха-ха. Его мы тоже быстренько оприходовали. Кстати, мои подписчики говорят, что перчик я могу использовать не только для моей красненькой птички Реда, но еще, ого, еще для чего-нибудь. Ладно, давайте мы разберемся с ними. Так, о, отлично, мне даже перчик не понадобился, по-моему, я неплохо сыграла с пиратами. Ну что, на 3 звезды дотянула? Да, есть, 3 звезды. Так, для чего же надо использовать перчик, что-то я забыла, или для кого? Ладно, вспомню, обязательно скажу. Водичку заработала, ящички заработала, может быть, смогу чего-нибудь себе сделать, построить, может быть, новое оружие, может быть, еще чего-нибудь. Давайте зайдем, посмотрим, очень интересно. Ого, а что тут происходит? Ничего себе, кажется, новая птичка, это правда? Это правда? У меня будет новая птичка! Класс, класс! А еще, кажется, у нас будет корабль. Вот это наш? Нет, корабля у нас не будет. У меня есть бомб, но у меня нету руля от корабля. И без руля мой корабль, кажется, никуда не поплывет, тем более на остров. Так, но зато бомб. Бомб любит отвешивать врагам мощные оплеухи. Одной свинье за раз. О, класс, спасибо большое. Супер, огромная благодарность. Только мне теперь нужно возвращаться и сражаться с ним. А если забежать вот сюда, да посмотреть, как можно экипировать бомба и всех остальных. Давайте поглядим разок-другой. Ну-ка. Ну, может быть, хоть что-нибудь хорошее. Вот здесь, например. О, смотрите, и правда могу. Что-то все-таки могу. Что это? Бумага. Зачем мне бумага? И как мне ее создавать-то? Что-то непонятно. Ой. Ноль. Упс. Кажется, я не создала. Я создала только одну единственную бумагу. Что такое не везет и как с этим бороться?
Ну давайте, вот, 3 бумаги. Для чего они мне? Ребят, расскажите, пожалуйста, в комментариях. У меня 4 бумаги, и я абсолютно не знаю, для чего они мне. Так, ну здесь больше я ничего создавать вроде бы как не могу. И в зельях тоже. Да, кажется, ой, а это что такое? Что за копилка? Бесплатное вращение? Ну, с удовольствием. И что мне попадется? Ого, это что-то такое-то, а? Блокирующий щит. Ну, спасибо. И дальше, ага, вот как вы работаете. Ну уж нет, я наверняка знаю, что эти монетки золотые. Можно будет для чего-то другого использовать. А вот моему Реду можно уже кое-что сделать. Неужели новый щит? Это будет так клево, так здорово. Ну-ка давай. Ого, класс. Мне нравится. А что это за тренировки такие? С другими щитами? Ого. Так, погодите. Сила этого щита 62. Так, жизни 156 и 16 тренировок этого. Силы 62, 158, тоже 16 тренировок. А здесь? Ого, сколько жизней! И тренировок 23. Ребята, конечно, я именно это и беру. Ну что ж, друзья, как мы будем экипировать эту птичку? Похоже, что пока никак. Хотя у нее намечаются очень даже симпатичные шлемы. Кстати, эта птичка очень сильная. 84, 210 на 20. Вот это да! Крутая она, я вам скажу честно. Ну что ж, раз здесь больше ничего нет, пойду сражаться. Руль отнимать. Так, поглядим, посмотрим, чего там болтушечку ждет. А еще поглядим, как мы будем использовать нашу новую птичку. Так, я уже очень хочу сразиться с вот этим вот врагом. Я к нему уже, между прочим, продвигаюсь. Ну иду я, ну иду. Ну куда мне нажать? Вот сюда? Я пришла. Ну держись, капитан. Сейчас я с тобой справлюсь. Ну, надеюсь, что справлюсь. Это, кажется, будет нелегко, потому что у них сила достаточно выше, чем была у тех мелких пиратишек. Но ничего, я с ними разберусь. Итак, что же мне тут? Ого, я его как раню, хоть как-нибудь? Может быть, дать силу вот этому? Вот. И сразу папа. Да, не особо, я вам честно скажу. Ну ладно, будем бахать с самого главного. Что ж, собираешь силу, чтобы ударить посильней? Ничего страшного. Так, а как бы мне сделать? Слушайте, а может вот так вот? Вот так. И его, правильно. И еще раз его. Отлично. Так, ну что, нападай. Что ждешь-то? Ой, а что, у меня еще один удар есть? Вау, у меня 2 удара, представляете? О, класс, ой, сейчас удар будет. О, чего? Что это за подмога такая? Ладненько, мы с этим справимся, чтобы он подмогу не вызывал. Вот так тебе. Отлично, вон, куча всего заработала. А теперь с вами. Ай, одновременно, ой-ой, сейчас бить будут. Ай, бить будут. Ай-яй-яй, бить. Вы куда вообще бьете-то, а? Честное слово, какие-то они странные. Вот вам всем. А еще попробуем использовать. Ха-ха, я вспомнила. Мои подписчики говорили, что перчик нужно использовать. Вернее, можно использовать не только на Реда, но еще и на другую птичку. Давайте посмотрим, как она. Ого, ничего себе. Вот это силище, силющее. Ладно, я чуть не поняла, как она точно действует, но думаю, что это было прикольно. Ой, они ничего мне даже не выбьют. Давай, раз, два, три, волшебник, час с ними справился. Матильда, ты просто красавица. Я опять зарабатываю 3 звезды и руль, я надеюсь. Я надеюсь, руль я зарабатываю, ну, так, полезности точно зарабатываю. Ну, теперь я могу идти дальше. Хочу посмотреть, руль отдали мне или нет. Так, 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 он убегал. Ребят, это вообще нечестно. Я его только тут догнала, он уже убежал сюда. Вообще уже. Ну и ладно, я тебя все равно догоню. Я получу сегодня этот руль, честное слово. Чего бы мне этого не стоило, свинская мощь 33. Это круто, конечно. Кстати, а почему я не выбрала птичку?
вместо 4 птичек пошло в сражение 3. Вот болтушка дает. Только заработала его и даже про него сама и забыла. Ладно, выбрано слишком много птиц. Так, а что же мне делать? Одного из них убирать, но они мне все так нравятся. А почему я не могу? Кажется, я не могу сражаться с 2-4 своими птичками. Но попробовать-то все-таки нужно. Ладно, оставлю Матильду. Матильда, немножко, ненадолго, совсем чуть-чуть, на один разочек. Вот, мы пойдем втроем, я попробую все-таки эту птичку. Мне так интересно посмотреть, как она сражается. Так, посмотрим. Ну что ж, не подведи меня, головастик. Ладно, давай. Хопа, смотри. Я не поняла, он же сейчас вызовет кого ни попадя. Ладно, я этого хочу бить, а не того. Ну а теперь попробуем вот так. Ну, готовы, ребята? Давайте смотреть. Ого, ничего себе ударище. Вы это видели? Удар просто обалдеть какой мощности. Ладненько. Попробуем еще раз. Вот так вот. Теперь этого. Бу-бу. И вот этого опять. Бу-бу-бу-бух. Ой, сейчас бить будет. Ой, бить будет. Нет, он воспользовался опять вызовом. Ну что ж, это, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны ему это явно не поможет. На, получай. Больше никаких вызовов. А теперь будем сражаться, ну, как можем, конечно. Давай, вот этого побили. Ай, эти бьют. Что ж, а что, если мы вот сюда дадим супермост? Ого, вот это был бабах. Вот это у меня бабах, ну ты дядька. Ну что ж, будешь плакать ты или нет? Плачь. Ты мне руль отдашь? Руль отдашь или не отдашь? Быстро отвечай. Очень я хочу его получить. Да что ж он постоянно убегает. Ну это нечестно. Сколько я могу за ним по всей карте гоняться? О, друзья, у меня новый 7-й уровень. Я просто счастлива. Но к нему мне все равно придется прийти. Ну идите уже, идите. Мы тут. Сейчас мы с тобой справимся. Так, ого, здесь трое. Теперь я могу эту птичку выбрать? Ну, могу или нет? Нет, не могу. Ладно, кого бы оставить? Я не могу оставить волшебника, он всех бьет одновременно. Ну, Ретта я тоже не могу оставить. Ну, Матильдочка, ну посидишь еще немножечко в стороне. Ну, пожалуйста, совсем чуть-чуть. Мы тут немного подражаемся. Мне тут бабах так понравился, что я просто в восторге. Ой, а смотрите, с Матильдой 27, а без нее, а без этого? Ой, его не расстраивается, 56. Так, а без нее 35, а с ним тоже 56. Ну ладно, пойдем, все равно свинская мощь у меня одинаковая. Пойдем сражаться, может это будет последнее сражение за руль от корабля. О, их много, ребята, их реально много. Нужно придумать стратегию. Так, какую же здесь стратегию? Ладно, давай вот так делать. Ого, сразу этого сбили. Это, конечно, хорошо, но мне надо вот этого. Бу-ба-ба. И ты сделаешь большой баб... Ой, смотрите, он его очень хорошо ранит, я вам честно скажу. А вот эти хорошо ранят моего Реда. Ай! А почему удар он сделал? Это нечестно. Ладненько. Так, я даже не знаю, чего бы такого применить. Ладно, я буду сражаться вот так вот всех наповал. И еще раз самого главного. Ой-ой, надо было хотя бы от одной свинки избавиться. Они сейчас очень сильно меня подбили. Прямо очень. Но мне осталось совсем чуть-чуть. На тебя, получай, раз. А теперь будем делать бабах. Бах. Сразу все одновременно. Невероятно просто. Обалдеть, как же это классно получается. Только вот звезду я не получаю. Наверное, из-за того, что жизни у моих птичек оставалось маловатенько. Что ж, я готова идти дальше. Ну, руль мне отдайте, ну, пожалуйста, ну. Хочу рульха. Ну, этого уровня здесь не было. Мы идем сюда. Да что ж такое-то, а? Ладно, 39-56, это уже серьезно. Может, сейчас можно взять... Почему только 3 можно взять? Я хочу 4.
Да, но мне так не хочется его бабаха оставлять. Сегодня же его день, мы же его спасли, друзья. Надо идти, надо идти. Так, погодите, а давайте заглянем вот сюда. Может быть, мы что-нибудь сможем сделать новенькое, чтобы увеличить нашу птичью мощь. Смотрите, здесь уже кое-что есть. Что? Опять какая-нибудь бумага? О, базовый ресурс нельзя изготовить. Ой, ископаемое. Ладно, сейчас мы его попробуем изготовить. Вот, одну штучку. Ой, ресурсы не обнаружены. Почему же вы пишете, что я могу его изготовить? Ну вот, честное слово. То мне это нужно, то то. Зачем ставить восклицательный знак, если я это изготовить не могу? А это что такое? Свин Хрякович одолжил у тебя птицу по имени Ред и прошел с ней захватывающее испытание. Твоя награда? Ого! Спасибо! Огромное спасибо свину Хряковичу. Ну что ж, а мы, наверное, вернемся обратно и покажем другому свину Хряковичу, где у нас зимуют раки. Да, жалко, что, к сожалению, мы не можем никого экипировать получше, чтобы наверняка победить. Но ничего, я думаю, что у нас очень скоро это получится, если я не перестану изготавливать всякие ненужные предметы. Напишите мне, пожалуйста, для чего мне эта бумага. Очень уж интересно. А я иду пока в сражение. Да-да, иду. Ого, мы, кажется, в пещере. Ну что ж, друзья, это, в принципе, не так уж и страшно. Ну что, Ред, побьешь кого-нибудь очень сильно? О, спасибо. Так, теперь на вот этого нападем. И еще раз на этого же нападем. Стратегия у нас пока одна и та же. Только бьют сильно. Ой, сильно бьют. Хорошо, что не бьют одного и того же. Иначе бы было бы ужасно плохо. Кстати, птичка неплохо сражается. Давай, раз, давай, два. Вот так, бабах. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он набирает силу, чтобы ударить вот этого. О, а у него уже совсем мало сил осталось. Ладно, использую. Один, я думаю, можно. Давай, пей, хорошо. А теперь бей, хорошо. Отлично. Ну что, еще нет? Нет, к сожалению, еще нет. Стоп, я ударю Ретом. А теперь я могу использовать бабах. Всех одновременно просто взрыв, я вам честно скажу. Как его не брать с собой, я не знаю. Вот честное слово, я даже 3 звездочки заработала. И еще набираем все самое клевое. Кстати, 3 камня, это очень даже неплохо. Ну что, я уже могу отправиться на корабль и не ходить по старым уровням. А я хочу на какой-нибудь другой остров. Как вы думаете, дорогие подписчики, меня наконец туда пустят или нет? Или я за рулем буду бегать по всему старому острову и по всем старым уровням? Ну-ка. Да, смотрите, мы отобрали у него руль. Супер, на корабль, друзья, на корабль. Давайте, поплыли. Так, это отличная идея, говорят. И вот наш новый остров. Птичий корабль. У нас есть свой корабль. Подними паруса и исследуй 7 морей. Карамба! Пришло время новых приключений. Друзья мои, дорогие подписчики, я так рада, что мы с вами так далеко продвинулись в этой замечательной игре. И надеюсь, что она будет безумно интересна с каждым новым выпуском. А чтобы этого не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал Супер Развлекательный. Жмите колокольчик и приходите к болтушке. Чао, котов!